Всем привет, ребята! И вы на моем канале Губка Боб, Квадрат Мишлен Геймс. Я сам Губка Боб. И сегодня мы опять будем проходить игру под названием Мимпи Дримс. Вы знаете, почему мы в океане? И видите эту кость? А, это значит, что я пропустил очень важное место, в котором было в корабле. Это ватна. Да, в этой ватне стояла та самая странная кость. И я ее сейчас заберу. И да, теперь у нас кости океана, и очистить океан. И да, чтобы найти кости океана, надо собрать все кости. И зачистить океан. Надо полностью зачистить весь океан, где корабль бутылки, весь. Собрать все кости и лампочки. И мы это сделали, и у нас снова костюмчик. Мы полностью прошли океан. Теперь идем к сказку. Да, в сказке. В сказке очень много уровней. Я на это не рассчитываю, что мы это пройдем. Ох! Фух, я опять здесь. Ну что ж, поехали. А, это что за пушка? Это что? Кому-то тут нужна помощь? Я Мимпи... Эй, кость! Нет! Здрасте, девушка. Что у вас с проблемкой? Помоги! Что случилось? А, сестер забрали. О, я их найду и принесу тебе. Спасибо. Я поношу тебя по своим волосам. Ты чё, версия Рапунцель? Ну ладно, полезли. Это еще что за срань? Я Змей Горыныч, тебе победить, рыцарь. А ну, я защищаюсь. Ну и пердел, так не пердел, конечно. Нам нужно как-то отразить удар. Ага. То есть, если соединить вот это вот, то мы поможем рыцарю. Спасибо, Губка. Ты меня спас. Благодарность я тебя пропускаю. Вау. Спасибо. А теперь пройдись обратно. Это издевательство? Змей Горыныч тоже? Ну ладно. Чё этот Змей Горыныч такой огромный? Там же сестра той принцессы Рапунцель. Здрасте. Этот змей меня только что охраняла, и ты спас меня? Спасибо. Ты тот самый герой, да? Да. Короче, вот твоя благодарность, костюм. Оху! Теря какая-то женщина. Ты что, устроила женщина? Где моя кроличья грудка? Вау, ребята, это что за... Ага, ребят, мы уже... Нормально. Давайте-ка наполним, все равно. У нас это ничего страшного. Да! Что за фигня? У нас тут... Мы тут должны все кости и лампочки найти. А тут нам неблагодарны. Тут все неблагодарны. Еще один рыцарь? Я не рыцарь, а охранник. Я не пропущу тебя. А так. Все равно не пропущу. Эй, ты! О, ну ладно. Вот твой шлюз.
Так-то лучше. Эй, охранник, что? Можно мне собрать ту лампу, а то она тебе конкретно тут мешает. Забирай, это мне все равно не нужно, только в облако зайди. В облако? Ты серьезно? Ты серьезно, че ты? Эта лампочка все равно мне нужна, а тебе ее не достать. Так что в облако. Ну ладно. О, вот как понимать. Это что еще за гуси-уси? Губки-губку. А! Это сильное заявление. Проверять я его, конечно же, не буду. Так, кость. Ребята, это еще что за фигня? А! Они снижаются, когда я на их голову достаю. Это что еще за гоблины? Сказочные. Ребята, кактус. Избушка на курьих ножках. Офигеть. Прям как настоящая. Ой, голова рыцаря. Ты, а ну, стоять. Давай уже. Да, блин, не успел. Есть. Ну что, прощай. А меня попросту прикусило. Здрасте. Эй, здрасте, охранник. Чего? Здорово. А вы мне поможете открыть? Мне надо победить этого. О, ладно, давай, пропускаю. Ага, мне надо как-то открыть дверь. Я знаю так. Это не дверь, оказывается. Ничего себе. О. Так, все эти сохранения, это уровни, оказывается. А, думал, как я появляюсь? Чё это такое? Это еще что за призраки, мать? Ай, чёрт. Нам нужно открыть все проходы. Срочно. Эй, ты! Нет, не буду спрашивать. А тебя просто обосрусь. Так, а как мне теперь пройти? Хуже и быть не может. Придется по этой... приемнышке. Я думал, это приемнышка, а оказывается... Чё? Кость в тарелке? Это как-то вообще понимать? Давайте-ка эти. Так, у нас 16 костей. Отлично. Так, нам нужно еще и перейти. Блин, тяжко. Блин, у нас лагает. Бля. Ух, блин, еще чуть-чуть надо, нас бы испепелили. Там еще одна кость в этой темнице, офигеть. Я бегу за тобой, малышка. Как же без этого, что я спотыкаюсь и падаю. У нас уже последняя лампочка впереди, а мы все кости не можем найти. Так, вот здесь нам нужно вот такое. Вот это что еще за призрак? Реально, как это? О, призрак. Вон, поднимаемся.
Так, а здесь... Ох, это призрак. Ну, пас, я лучше сюда. Все равно я уйду. И умру, конечно. Давай быстрее, а то я не могу уже. Вот ты ёпарный. Есть! Попал в точку. Так, а здесь у нас какой-то тиндос будет в сюжете. Офигеть. Это еще что? Чё за нафиг? Блин, там, ну, ага, вон оно. Блин, надо перепроходить, когда я буду опять в сказке. Да, там вторая фаза про сказку. Да, блин. Так, где-то здесь мы должны ту самую кость. Короче. Там чё, мёртвый рыцарь? Бэээ. Ага, именно здесь нам нужно. Ага, нам нужно именно здесь пустить из темницы кость и поймать. О! Это будет сложнее, чем я думаю, потому что там много темниц. И мы попросту не успеем попасть к одной из косточки. Но кость находится в каждой темнице, и нам это вообще не понадобится. И темницу открыта. Отлично. Теперь нам надо... Тупо... Ага, вот и разблокировка темниц. Отлично. Первоначальную очередь. Нам надо попасть к этой темнице. Отлично. Теперь к этой темнице. И это... Фух. Куда я падаю? Нам надо выход. Ой, а там призрак этого рыцаря. Блин. Я и забыл. Охотник за привидением. Да, чтобы получить это достижение, нам нужно попасться в лапы привидения. Точнее, в меч привидения. Ребят, я такого не ожидал, что если я поймаю кость, что то... Я попаду к этому призраку. Это просто жесть. Потому что я в абсолютном случае не люблю призраков. Оу, и закончил начатое. О, факелы сказки. Мы зажгли все факелы. Да, вы правы. Чтобы получить этот достиг, нам нужно зажечь все факелы в уровне сказка. Ага, это
Не легче, легко. Нет. Реально, это не легче, легко. Нам нужно как-то оказать помощь. Ты очень быстро. Да! Чё за фигня попросту? Это ж легко из легчайших просто. Давайте-ка умрем и достанем эту лампу, и принеслась родная. Это как понимать? Я не могу достать эту лампу. Это жестко. Только нам как-то нужно. Вы что, не понимаете, что мы супергерой? Я не понимаю, что мы супергерой попросту. Господи. Супер. Вовремя. Нас и здесь достали, что? Как нас достали, если вот здесь мы вообще непробиваемые? А, точно, лапы. Лапы же нас выдают. О, нет. Нет. У нас уже 17 минут, ребят. 17 минут. Да куда я свалился? Лампочку сложно достать попросту. Лампу эту тупую сложно достать. Да иди ты! Ой, как это меня достало. Проходить уровень за каждым. Если мы не можем достать лампу. Лампочку с сраной подсказкой. Да ее! Вроде быстрее езжали. Ехали нас. Косяк, пчел внутри. Я какую лампу буду доставать. Ай ты ж. Чё-то мне не удается одержать победу. Наверное, всегда не удастся. Нет, я же был близко. Блин. Я никогда не получу лампу. Так, лампа сказки. Ой, куда я слез? Что за фигня? Как свалился-то? Как
Как я свалился тупо. Ну, не за этот уровень. Угробные сказки, которые меня просто понижают на успех. На успех проигрышей, которые очень сложно меня наградывают. У нас даже Мимпи залагал и умер от того, что мы подрастаем, подрастаем. Да едеть, Колоди, чё мы так? Я не могу больше, я не могу. Я не могу. Достать до этого лампа такой. Эта тупая лампа меня вообще остановит. Остановит на целое видео. Куда я? Достал меня эту жилу лампа попросту. Как ее вообще достать? Нам надо реально ее как-то достать. Уровень сказки тут просто жесть. Я не понимаю, как это вообще? Как у всех ютуберов получается пройти этот уровень сказки? Вот опыт наездника облаков. Да, надо всего 200 метров, а я это тупо сделал. Да мы вообще в дурака просто играем. Дурака, прикиньте. Дурака. Давайте-ка вот так вот подойдем. Все равно у нас ничего не получится. Блин, у нас опять Мимпи залагал, короче. Мы 100 раз возродились. И рутиновое возрождение. 100 раз умереть. 100 раз, прикиньте, 100 раз. Я тупо сделал. Да ну, я лучше дальше буду проходить сюжет, чем заниматься какой-то херней. Ага, у нас тут. Как-то нам нужно достать эту лампу. Надо не быть очень медленным. А то пушки эти быстрые, а мы медленные. Значит, мы не можем пройти этот уровень. Если мы такие медленные. Ох. Это еще что за нафиг? Надо это убрать попросту. Чтобы они не появились снова. А ну! Снижайтесь вы нафиг. Нафиг вы снижайтесь. Ну-ка, открывайте. Это еще что за струна? Это как понимать? Это что за принцесса тогда такая? Ага, нам нужно, то есть, ее разбудить правильно. Это правильно. Это правильно. Есть.
О, где моя подруга? Где моя сестра? Одна в замке, а чуть держал горлыч. Теперь мы все вместе. О, держи косточку. А, вот так. Все, пора мне. О, кость! Ага, нам нужно как-то отсюда уходить. О, какой финиш! Хотя нас празднуют. Здрасте. Так, теперь мы зачистим все кости, кроме ламп. Да, лампы уже мы просрали. Кости сказки. И да, чтобы это получить, нам нужно вот собрать все кости. Собака в сияющих доспехов. Надо пройти полностью весь четвертый уровень сказка. Ребята, это что-то непоправимое. Мы попросту не сумели достать лампочку. Ну ладно, ребят. Но если вам понравилась игра, ставьте лайки и подписывайтесь. Всем пока.